Всем привет! Меня зовут Татьяна, и вы на моем рукодельном канале. Сегодня у меня первый старт в носочной дюжине 2. Это второй сезон, это совместный проект, который организовала Анна Полозняк. Я первый раз принимаю в нем участие, и это мой первый старт. Видео вступление у нас уже было, я показывала и немножко рассказывала, что я планирую там вязать. И для первого старта я взяла вот такие моточки. Это будут детские носки, размер примерно 34-35, 33-35, ну что-то вроде этого. Будет у меня это нака-боха. И вот это стоковая носочная пряжа. Наверное, резиночка, там мысок, да, будет беленький. И в подмод я буду брать Alize Angora Gold. Носочки буду вязать в этом проекте все толстые, потому что в основном все они пойдут на благотворительность. И нужно это связать быстро. Для детского дома будет, наверное, первые 3 или 4 старта. И мне нужно будет их еще отправить. Вот такие дела. Список на участников и на организатора будет внизу под видео. Проходите, смотрите. Ну, а я пошла вязать. Потом подключусь и покажу свои продвижения. Подключаюсь вам показать, как продвигаются дела с моими носочками. Я связала один. Вот такой он у меня получился. Размер 35. Такая красивая резинка. Такая. Она, по-моему, так и называется, да, мастер-класс на ютубе. Красивая ажурная резинка для носков. Я вязала такую, мне зашло, и вот такие хорошенькие они получились. Я начала второй, вот только резиночка, вот у меня сколько еще беленькой пряжи, и я отмотала, решила, чтобы началось одинаково. Я чуть-чуть отмотала и вот буду продолжать вот таким цветом. Ну все, пойду вязать и уже подключусь с готовыми носочками. Я думаю, что я успею их довязать. И 2 мая вы увидите мой первый старт готовыми. Ну вот, я готова показать результаты своего первого старта. Это носочки на размер 35. Блокатор я делала сама из досок пластиковых. И вот такие они получились. Я один носочек показывала. Теперь готовы они оба, но до ВТО еще не стирала. Конечно же, не успела. Но потом уже, когда постираю, покажу в каких-нибудь там следующих стартах. Вот так все это дело. Без блокаторов смотрится. Вес этих носочков 60 грамм ровно. Пяточка подкова, ленточное закрытие, я всегда так вяжу. И вот такая красивая ажурная резинка для вязания носков. Так и называется мастер-класс на ютубе. Я вязала такой резинкой уже носочки. И даже так она мне зашла, что я на свитере вязала горловину таким рисунком, манжеты и внизу. Классно смотрится, вообще зашел мне этот узорчик, в общем. Давайте второй посмотрим. Вот такие носочки получились. Носочки пойдут для детского дома, для ребятишек. Следующий старт тоже будет для них. Вот такие у меня остатки, их явно не хватит на пару носков, они идут у меня во второй старт, и, конечно же, я сюда добавлю еще другую ниточку. И я не говорила, чем я вяжу, да, не показывала. Вяжу я носки только на спицах трио всегда. И конкретно эти носочки я вязала вот на таких спицах. Здесь написано 3.0, но по линейке я мерила, по факту они 2.8 либо 2.75. Вот такие.
Ну, думаю, больше тут уже нечего рассказывать про них. Я довольна, что они у меня начались и закончились, я их успела. И надеюсь, второй старт у меня будет тоже удачным. Ну, не только второй, да, а все последующие. Ну все, вам, как всегда, желаю мира, добра и тепла. До новых встреч, пока-пока!